Ну поехали, сперва посмотрим новую книжечку. Что книжечка нам дало, даст новую... Ой, очистить, можем открыть. А новую пушку. А, сейчас чисто рецепт глянем. Так, это обычный меч, да, это обычный меч. Но обычный меч нам не нужен. В городоме камины, блин. Декорчик открыли такой себе. Декорчик. Ну, у нас в целом, в принципе, есть. Ну-ка, сет мы соберем. Например, отсюда перчаток нету. То есть на груди штаны, сапоги есть, перчаток не хватает. В общем, перчатки надо будет какие-нибудь найти. Либо у торговца можно, я думаю, купить. Так, но... А, нет, не, мы этот же меч открыли. Загляну рецепт. Блин, эта штука очень длинная. Или просто визуально отображается. Ой, куда я? Поэтому кажется, что такая длинная. А железный меч усиленный. Очень дешевый рецепт, кстати. Но нужную пушку открыть, и, в принципе, я думаю, можем скрафтить спокойно себе. Получается, мы отсюда возьмем 3 уровня. Сейчас мы кулон прямо сейчас даже улучшим. Только я не помню, что там надо было. Стекло точно надо было. Топаз нужен был точно. И все. Еще что-то. А, нет, все. И плюс 3 уровня все делаем. Так, сюда колечко. Идем, теперь еще выше уровень. Сейчас посмотрим, может быть... А, ну давайте. Крик, генерал нежить. Будучи при жизни блестящим стратегом, Крик просчитался лишь в одном. А поверил своим союзникам, что и стало причиной его безвременной кончины. Однако, как и у всех великих умов, у генерала имелся запасной план. Как раз на такой случай. Темная сделка с нежитью позволила ему восстать и отомстить. Теперь он служит культу проклятых, найдя новое призвание в преследовании их загадочной цели. Загадочный цель, он нам косу дал возможность крафтить. Ну, коса, она такая средняя, то есть она не прям ультрасильная, не прям ультраслабая. Она хорошая, просто хорошее оружие. То есть у нее кьюшка, ну, кьюшка, вот, как, наверное, проблема в основном у нее в кьюшке. Кьюшка хороша в фарме травы, что ауешит вокруг нас. А ешка, у него крутая дамаговая, то есть мы кидаем там диск, который крутится в одном месте, но проблема то, что он крутится в одном месте. Потому что если босс уйдет из этого места, то дэмэдж перестанет наноситься. Ну и радиус там не сильно большой, то есть... Ну, радиус, наверное, там особо не нужен. Так, эти чел пускай пока... Хотя надо бы их зафармить по-хорошему. Но сейчас день... Ладно, днем не хочу. В общем, коса просто хорошее среднее оружие. Есть как бы оружие получше. Так, стекло у нас лишнее. Дальше, что еще там у него есть? А, ну скелеты это могильные. Ну, камни плети с них можно собирать. У них, по-моему, рецепт дорогой. Там пока занято. Смотреть не получится. Ну, у них вроде рецепт что-то дорогое не требует. Не помню что. Так, ну это просто декор, да, железный звонок. Или он что-то делает? Давайте скрафтим. Может быть, он что-то умеет делать. Так. Железный. Нет, декоративный мебель. А, мебель это камин, он мне показывает. Даже замок где. А, украшение колонн. Ну и что, вот, например, на первом этаже я хочу себе повесить звонок. Вместо светильника. Или вместе светильника можно повесить. А, нет, светильник убрался. Ударить колокол. Ну, ударить ему можно, ладно. Пускай висит, хорошо. Пусть будет звонок у нас на двери. Так, что еще там есть? Все. А, обилка, обилка. Какая выпала? О, это Next Tier обилок у нас открылось. И, кстати, это что-то новенькое, по-моему, я что-то не узнаю. А, рыцарь смерти. А, рыцарь смерти был раньше? Вообще, по идее, должен быть, но я не помню, что он делает. Кстати, а у нас нету... А, вот здесь, по-моему, была обилка ангела. Ее убрали, она с лаз босса падала. По-моему, раньше у зеленых, да, с лаз босса падал этот ангел. Вот почему здесь. Вот это, короче, новая штука, армия мертвецов. Ну, Space, я говорю, здесь прикольно. Вы совершаете рывок, указывая направление. Атака, становит атака. Максимальное здоровье накладывает кару. Скелет еще призывает. Короче, не, раньше эта штука была очень крутой, потому что у всех спейсов, когда спейсимся, у нас следующая атака, ее надо именно ударять. У Спейса, который вот этот,
Почему-то работал он по-другому. У него можно было заспейситься, нажать штуку, и у нас вылетал projectile, который попадает во врага и накладывает ту самую кару, что можно было использовать на рейнджовых сетапах под всякие орбы хаоса и прочее. Я раньше этим пользовался, да, это довольно сильная комбо. Но, я так понимаю, сейчас это так не работает, то есть сейчас никакие проектайлы вылетать не будут. Мы спейсимся. И нам, да, нам, скорее всего, надо в мили ударить, потому что в любом случае бы вылетел проектайл, если бы он был. Но его теперь нету. Так, и... получается, вот эта штука, что это такое, пламя души? Ну, я мало играл, да, она тоже где-то в лейтгейм, по-моему, выпадала. Высота цветежения, врагов поблизости до 3, нанося 70% магического урона, накладывая кару, у тебя 50% здоровья, отменяет любую атаку врага и накладывает на него молчание. Ну, это какой-то ПВП больше спелл, как будто бы, да. В ПВП. Да, это, короче, скорее всего, пипешная штука. Либо какие-нибудь боссы, которым можно сбивать атаки, но я таких плохо знаю. Кому-то можно добивать атаку. Так, рыцарь смерти. Вы призываете... По-моему, был раньше рыцарь смерти, что-то я просто не запомнил. Я точно помню, что здесь был рыцарь, который можно было призывать. А куда он делся? А, его, кстати, отсюда убрали. А что здесь добавили тогда? По-моему, раньше всего так и было. А, может быть, тогда здесь он и был, я просто не запомнил правильно. Вы призываете его рыцаря смерти, который атакует врагов поблизости, каждый удар наносит 50 магического урона. Ну, вообще, я не знаю прям, где нужна эта штука, чтобы ее применять. Но я на некоторых боссах ее как бы кастовал. То есть призвать чела, он будет атаковать, плюс он будет немножко отвлекать на себя внимание. Не знаю, мне кажется, ради отвлечения внимания. Он вроде один раз ударит же, да? Каждый раз 50 магический урон победит. Его либо убивает быстро, либо... Ну, он вроде, да, умирает быстро. 6 секунд, перезарядка 11. Ну, чисто для отвлечения внимания, как будто бы хочется только его юзать. Так, ну, я не знаю, спейс, наверное, себе возьму. Верните щит. Эту штуку. Ну, это, наверное, реально чисто PvP. Паучков возьму. Кстати, паучков так не прижимал ни разу даже. Смотрите, хоть как это выглядит. Здесь большой паук, и если бы был враг, я так понимаю, он бы призвал. Он, кстати, 53 уровень, то есть под нас скелится. Ну и пропал, потому что... А, он... А, вот так работает. Окей, пропадает, призывает трех маленьких. Понимаете, тоже взрывается, наносит урон. А, ну, маленькие нанесли урон, действительно, было делом. Окей, понял. Так, верните мне мою штуку. Так, с этим разобрались, идем дальше. Брейн, темный клинок. У нас 53 уровень, как раз таки для него. Он нам новую форму даст, но с новой формой мы сможем ходить по этим, по торговцам. Потому что местные торговцы уже нас как бы не признают. То есть если в первой локации там были разбойники, разбойникам было пофиг, с кем торговать, хоть с вампиром, хоть нет, то эти будут торговать только с нормальными людьми. А мы как бы не нормальные люди, мы вампиры. Так, я могу отсюда туда? Наверное, нет. Эти, нормально, пойдем. Так, вилочку. Сейчас отправлю чел, пускай добывает. Можно, конечно... Ну, на самом деле, надо больше людей брать уже. Подчинять. Но у меня пока нету комнаты для этого. Поэтому пока мы не улучшим наш замок, а замок мы не улучшим, пока вот этого чела не убьем, чтобы получить стекло. Чтобы ничего делать не хочу. Так. Блин, я не знаю, там сложный босс окажется он или нет. У нас времени в теории может занять. Ладно, погнали смотреть. Так, лошадку, наверное, оставлю. Что я не знаю. Босс как бы не фиксированный. А куда нам показывать сейчас? Туда. Это босс ходячий. Где он ходит, непонятно. Так, ну в любом случае, на самом один телепорт. Где-то, по идее, вот тут вот... Нет, стоп, а здесь вот этот. Больше нет телепортов. Так, очень близко, даже очень. Но суть в том, что босс маскируется. Ну, мы, кстати, уже и находили его, когда с Винсентом дрались. Он маскируется под обычного этого прохожего. Его сразу можно не узнать.
Да, вот он идет. Ой, это не то. А, либо вот это он идет. Кстати, не, непонятно, кто идет. Ну-ка. Нет, вот это он. Так, 207 урона, понимаю. А как это доджить? Да сюда, что ли? Так, давай еще раз. Так, это вокруг себя. Мы рейнджи видим на этот пофиг, по идее. О, как? Окей, туда-сюда, походу, надо наносить, жесть. Жестоко, жестоко. Блин, это очень жестко. Блин, а как? Жесть. Но я думаю, это можно размансить, потому что он обычно отпрыгивает, когда эту штуку спамит. Ой, тут, блин, не уходить далеко, стой. Так, вот это уже интересно. Раньше это можно было спокойно танковать, потому что урона это вообще не носило. Сейчас 200 урона не хочется танковать. Там по 70 каждый дамажит. Если 3 залетает, это сколько? 3 на 70. Так, кто из вас? Ладно, обоих убьем. Чайна убьем, а второго сагрим. Так, что-то не получилось. Вот сейчас получилось. То есть, можно, да? Тяжело, но можно. Хочет АУЕшку угрожать. Хотим угрожать АУЕшку. Так, там чел иду, давайте в эту сторону подагрим. Блин. Прятаться еще, наверное, надо в укрытие. Блин, все равно попал. АУЕшку бежит, давайте. Так, он сейчас раздвоится, да? Ой, еще темноту наклал. А, я отключил темноту. Блин, фрива отключается. Так, по-моему, его можно увидеть. Мне должны глаза светиться, нет? What? Они все превратились? Что? Эти, а где босс? Или здесь по... А, здесь по-другому работает. Погодите. Так, ну тут чел друг с другом склеснулись. Это мне на руку. Вот надо было их убивать. Это, походу, другая фаза теперь. Раньше надо было найти нужного, и там был чел. А тут что-то из них скелеты все повлезали. Он просто попал по мне. Блин, скелеты победили. Так, походу, надо было их убивать. У них, возможно, мало урона. Ой, мало хп, пока они в форме этих призраков. Мне не нравится здесь место собираться. А, я же почти научился эту штуку точить. Ага. Сначала идут. Да, ты... Ай-яй-яй. Хватит, хватит, ну ты сам застрял, сам виноват. Вторая плохо полетела. Catch me if you can. Не кэн, нихера. Похилиться в этот момент надо, у меня сердец нету. Слева, вот здесь вот. Его убить, убить, убить. Процент фон. Нет, а кто? Ну, блядь. Он был четко слышно, что слева, но откуда конкретно непонятно. Вот он никуда не уходит. Ой, повозочка, блин. Сейчас сагер повозочку на него, кстати, была. Попадем. А давайте повозку зачистим. Хотел лагерить. My blood reserves run low. Пойду там с всеми. Black magic. Убил всех? Я так грелся, хорошо. Он сейчас мне всю повозку зачистит, кстати. Пока повозку побить. Там, я думаю, сам справится.
Ну шо? Книжечка выплывет, что это? Так, чел, стоять, ты мне должен кровь дать. Так, сейчас, наверное, залутаем наш трупик. Сбегаем, отнесем все на базу вместе с этим, с повозочкой. Коса, о, шлем. Первый шлем, по-моему, который нашли. Полошвейный у нас есть, бежался на железной булава, окей. Там бы топоры, конечно. А, нет, там лук, лук, какие топоры, блин. Лон колдуна, что? Что мы... Так, ну погнали, первая фаза, блин, такое место тесное. You think the shadows are your allies? Black magic. Не, легко доджиться вроде как. Ровики. А, второе применение. С этим не знаю, чем делать. Ну давайте одного скелета за фокусом попробуем. А, как? Просто на рандоме нужного выбрал, лол. Darkness never ending. Die in the dark. Не попадешь. Look twice. Look twice. Угадал. Я на пробу делал, я даже звук не слышу, значит, ну где-то далеко. Просто живем, я думаю. Просто бегаем, живем. Танцуем, как можем. Ей сам должен выйти на нас. С парами бегать. Кстати, так раскатив, можно даже поубивать кого-то. О, кого-то убили. Нужно. Не, я не знаю, я, кстати, не уверен, что можно реально дождаться, чтобы он обратно вышел. Там идет или да? Если еще раз не превратиться, то убьем. Ничего нового тоже не придумывает. А я забыл второй раз. Ну, продолжить. Ладно, хорошо, я не знаю. Ну, по звуку я пробовал, но я дважды не угадал. То есть я убил вроде чела нужного, откуда звук шел, но по итогу нет. Сейчас повезло то, что на первой фазе убили кого надо сразу. Ну, можно, я так понимаю, реально размонтить тогда получается, потому что у меня получилось вроде размонтить. То есть я просто бежал, 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 они сгруппировались в одном месте. Шли за мной строем, я прятался за камушком. Кстати, вот камушки, наверное, супер полезные. Чтобы они, пока они его обойдут, мы вот тут вот пару чел зафокусили, продамажили, да. Потом ультой через всех пронеслись просто на другую сторону. Не, я, кстати, хорошо ультой, мне кажется, пронес, потому что я реально всех как будто бы задел. Они еще камушек обходили, да. Не, это прям прикольно вышло. Это мне понравился момент. Ну, а сам босс, он как бы... Ну, у него три атаки примерно. А штука, когда он кидается... То есть, как только мы видим, что он блинканулся, чтобы эту штуку свою начать кастовать, идем вправо, потом влево, потом вправо. Такие небольшие туда-сюда шажки, и в целом все оно доджится. Потом делать тут же второй рывок, то же самое, право-лево-право. Право. Заранее, причем можно вправо идти, потом... Ну, когда он, как бы, идем заранее вправо, когда начинает первый кидать, и влево, потом сразу же вправо практически. В целом можно посмотреть, как я это делал. У меня, в принципе, неплохо получалось по итогу, да? Для этого было хуже. Потом он хочет нас милишную штуку забабахать. Если не лучник, то, наверное, хз, как вообще дамажит.
Ну, лучники, блин, супер имба, конечно. Что, ну, против него я имею в виду. Что реально мы просто разамаживаем его издалека своими спылами и все. То есть нам не приходится мили подходить бить. Ну, и эта штука очень крутая, потому что он... Короче, он бежит к нам, чтобы кстати свою милишную ауешку. И пока он не добежит, он ее не кастанет. Ну, я думаю, в какой-то момент он не захочет ее уже кастовать, но мы можем, короче, катить его. То есть, эра от него можно уйти, спейсом от него можно уйти, и в это время дамажить луком. Ну, лука нет, конечно, не подамажить. Ну, фазы с скелетами. Кстати, больше у него, по-моему, ничего нет. А, нет, есть еще одна атака. Да, у него есть еще одна атака, которая, кстати, у меня не жал, но он ее, например, в мили нажимает. Ну, там хз. Там, по-моему, даже каунтер ее полностью не может задочить. Там самое сложное в конце, потому что он, по-моему, довольно далеко бьет этим станом. Или оглушением, что он там использует. Точнее, не оглушение, а обездвиживание, по-моему. Почти как там своеобразная у него атака. Спинение, может быть, она называется правильно. В общем, такой босс. Ну, не знаю, как распознать скелета. Нужно раньше глазки светились. Было дело. Сейчас. Но я думаю, на стандартной сложности глазки по-прежнему светятся. О, купцы, кстати, купцы. Но у нас денег нету. Но он нам дал, кстати, обилку, да? То есть вот эту штуку человеческой формы можно превращаться в человека. Медленно ходить, днем мы будем сгорать. Но, придя ночью к торговцам, можем с ними торговать даже. Женский купец самоцветы, но это обычные самоцветы, серебряные монеты продает. Единственное, что в форме мы можем находиться только если не получаем урон. То есть, получая урон, мы выходим из формы. Если мы с собой таскаем серебряные монеты, нам нужен резист. Чтобы это... Нас не дамажило. Так, здесь просто эта херня. Входим очень медленно. О, книжечки. Блин, ну книжечки мы купить не сможем, конечно. Ценник глянуть хотя бы. Там, наверное, примерно так же. 40-70. Welcome, 48, ладно. То есть 48 эти штуки. Блинки 64 стоят. Что у тебя продается сейчас? О, длинный лук. Ну, 64 монеты у нас с собой нету. Вон колдуна. А, блин, надо сейчас труп сходить забрать тоже. Мне выпал же только что он. Кулон рыцаря. Коллекция родовых ковров. Полышевейный. Подборка ящиков. Ну, хорошо, то, что полы у него есть в продаже. О, через 5 минут уже обновится. То есть можно сюда не идти за этим. И если мы придем в форму вампира, то все на нас агрятся, а эти убегут. Да, убегут же, Тантинус. Так, все, отстаньте от меня. И мы возвращаемся. Всегда тусит. Вот, например, так, чуваки. Здоровяка сейчас будем подчинять. Кстати, она для нас уже более-менее нашего уровня. И high level. Так, где? О. Он мне какой-то щит повесился. Интересно, откуда? Надо его подчинять, наверное, когда он так оглушен. Так, а где моя кнопка подчинения? Вот это, да? Ну-ка, может, еще раз рывок сделаешь? Надо вот в камне стоять. О, идеально. Куда ты побежал? Ой, она так грелся, да, и убегает. Мы не смогли его починить? О, смогли. Кстати, а буст, то есть можно выходить реально на огромную дистанцию. И этот. Она отагривается, а потом подчиняется. Тюрьму. 20... Блин, 29%. Жесть обидно, да? 1% не хотел, чтобы хотя бы 30-очка была. Но, на самом деле, это мы его все равно убьем сейчас. Это чисто, чтобы эту выпечить кровь. Блин, там антиколбочки нужны. А у нас есть колбочки? Мы же их крафтить не умеем. Мы, по идее, должны навпадать были. Вон, сидит. Я, колбочку, дайте одну колбочку. Я, может быть, здесь они лежат? Здесь у меня эти, только три банки. А, колбочка. Окей, одна есть, одна нам, наверное, хватит. Уже вроде без колбочки не получится выключить. А, кровавое зелье. Или нам не зелье надо было? Ачивку дали, а мы его убили? А почему? Они одноразовые теперь? Что?
А, у меня не фул хп был, потому что... А, да, 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 мы же его приручили, он был раненый. Получается, кстати, надо приручать фул хп, чтобы не сбивать хп. То есть мы быстрее приручаем, если у них не фул хп. О, сердце замка до третьего уровня. О, пока стекла не хватает. 24. Хотя, может быть, уже хватает даже. 24. Так, ну и у нас получается теперь кровь. А, ой, я не забрал или что? Где моя кровь? Да, не забрал. Сможем в любой момент себе кровь эту сделать. Но она плохая. Лучше в раковину вылить ее. Так, книжечки давайте. Там мы много книжечек находили. Так, можем вот эту штуку, одно исследование открыть. Штанишки. Окей. Так, и здесь что у нас? Булава. Кулон, да, кулон у нас такой был. Кулон колдуна. Вот почему мне это название было. Стоп, все остальное повторяется. А, да, полы у нас тоже есть. Даже вот это есть, сапоги. Да, окей, все повторились. Так. А распылить хватит на рандомное открытие исследования? По 15 же пылить свитков. И у нас там сколько-то своих есть. Там 40 надо, да? 15, 30. А, нет, 45. А нам надо 70. 30 штук нам надо, чтобы было у нас. Давай, 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 пылись. Так, 45. Здесь сколько? Все, 10. Ладно. А, так, сейчас досмотрим босса, кстати, что у нас с него еще там выпало. Сюда. Это сюда. Так, Бэйн, темный клинок. Бывший талантливый фехтовальщик и расхититель могил Бэйн был пойман культом проклятых во время одного из своих подвигов. Оценив его выдающиеся способности по внедрению культ, не стал убивать пленника, вместо этого обратив его в слугу нежити. Говорят, его непревзойденная скрытность оказалась весьма полезна при захвате и осквернении железной шахты ополчением. Угу. К тому, что в железной шахте скелеты, то есть это из-за него, да? Ну, с него эту штучку мы как бы уже протестили, да, к торговцам сходили. А штуку дал здесь это... А, ну мы уже давно здесь открыли. А, ну последнюю тут можно открыть. Окей. Так, и с него клинки, но это, мне кажется, самое худшее оружие в игре. Это оружие, если какой-нибудь там надо бой затянуть на 50 часов, то клинки пойдут. Потому что клинки... У них получается кьюшка, это, по-моему, туда-сюда, бесполезная хрень, которая просто чуть урон наносит. А ешка это инвиз, я думаю, это, короче, пвпшная штука больше. Что инвиз, но против боссов, ну, просто потянуть файт, чтобы у тебя другие кнопочки пока дальшились. Ну, такое, немного скучновато выходит. Но на сложных, вот на вальтате, я видел единственный килл вальтате без урона, который я видел, это был как раз с этими клинками, там чел просто бегал на 30 минут вокруг нее, прожимая инвиз и давая там один орбы хаоса. Все остальное время спамил спейс там и инвиз клинков. Больше ничего не делал. Очень весело было за этим наблюдать. Скобочек нет. Так, что дальше? О, вот кто нам нужен. Вот этот босс нам капец как нужен. И пойдемте его тогда сразу же убивать. Потому что очень нужен. Так, очень далеко. Очень далеко где? Там где-то, блин. Надо было посмотреть. Ага.